В муфтиате Дагестана состоялась презентация книги «Сборник фетв». Она вобрала в себя 100 канонических ответов на актуальные вопросы современности. В мероприятии приняли участие представители власти, видные религиозные деятели и общественники. Подробности узнавал Хамза Нурмагомедов. Чтение Корана традиционно открывает религиозное мероприятие. Для мусульман Дагестана сегодня значимое событие. Вышла книга достоверных канонических ответов на вопросы, волнующие общество. Над изданием работали специалисты отдела фетв муфтията республики. Что такое, по сути, фетва? Фетва – это богословско-правовое заключение. Доверять мы можем им в силу того, что они почерпнуты, эти ответы были получены нами, извлечены нами из книг, которые представляют авторитет для всех последователей шафиитского мазаба. Имена этих ученых и названия этих книг мы все это приводим в качестве ссылок в этой книге, и эти имена, эти книги не могут не вызывать доверия. Книга рассчитана на широкий круг читателей. В ней затрагиваются не только темы, касающиеся богослужения и человека в отдельности, но и темы широкие, социальные. Например, в книге очень хорошо разбираются вопросы семейной жизни, проблемы бизнеса и многое другое. О важности и ответственности при вынесении фетв на презентации говорили крупные современные ученые Дагестана. Население наше должно понимать, что вынесение фетв является очень важным и ответственным делом. Имам Навави, рахимуллах, подчеркивает, что это является коллективной обязанностью мусульман. Наши праведные предшественники призывали нас максимально серьезно и ответственно подходить к данному вопросу. Сегодняшнее мероприятие в очередной раз показывает и подтверждает тот факт, что земля Дагестана богата истинными алимами, учеными, которые неукоснительно следуют и сохраняют путь наших праведных предшественников. В мероприятии также участвовали общественники и представители власти, которые подтвердили острую необходимость однозначных достоверных ответов на те или иные часто задаваемые вопросы по теме религии. Это важно как для молодежи, так и для общества в целом. Когда наши молодые ребята ищут ответы на многие интересующие их вопросы в интернет-пространстве, иметь под рукой вот такой фундаментальный труд, где на многие вопросы из реальной повседневной жизни даются ответы, используя очень известные, достоверные богословские источники, я думаю, это имеет огромное значение для общества, и я думаю, этот труд будет использован с огромной пользой. Участникам встречи на экране показали видеоролик о деятельности отдела фетв, в котором подробно описаны методы работы, источники, на которые ссылаются богословы, и те трудности, с которыми они сталкиваются. Как правило, мы черпаем знания из шафиитского наследия. Отделом фетв при муфтияте опубликовано в общем доступе более 500 канонических ответов. В первой изданной книге отображены и собраны 100 главных вопросов. Как отмечает руководитель отдела фетв, уже началась подготовка к изданию второй книги. По завершению встречи специалистам отдела вручили ценные подарки. Хамза Нурмагомедов, Алиасхаб Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.